Шей, короче, батяның ескі мотоциклын шығарғасың Уралды. От алдырам, короче, от алмай жатыр. От алмай жатыр, но сейчас, конечно, не об этом. Итак, давайте представим. Прятки в степи. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кто не спрятался, я не виноват. Стуки Вася. У казахов фраза «жумайсыңба» является первым шагом к алкоголизму. Ну а мы продолжаем дальше. Случай в маникюрном салоне. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на 10 пальцев сколько будет покрасить? Он мың тенге, 10 тысяч. А на один палец у меня только 1000 тенге? Без проблем, без проблем. Вот на большой. Именно на этот палец прям? Ну да. Ну без проблем, конечно, сделаем. А почему? Просто у меня сегодня свиданка, там просто парень будет пивощем, текила, такие там кутрам, такие гаджары гуджу, деп, далага шығамыз, потом на хату, там евроремонт, потом душ қабылдаем, шығам, он на меня начнет приставать, потом нападет, я говорю, мэ, дим сос. А, все, все, без проблем. Дорогие дамы и господа, город Аркалык. Ветер дует слева. 3 часа дня, спецназ на задании. Пс-пст. Мужики, мужики, хотите анекдот расскажу? Только быстро. Короче. Джиндеевна. А этот что не смеется? Он по-казахски не понимает. Дорогие дамы и господа, продолжаем дальше. Итак, случай где-то в остановке. Ой, бой. Ой, бой, говорю. Вы это мне? Ты чё? А? Где маленькая девочка? Какая маленькая девочка? Вообще не при делах. При делах мы больми вообще. Вы ты, о чем? Ты чё говоришь, гномик? Я тебе говорю, где маленькая девочка? Молодой человек, вы меня с кем-то путаете. Ты, значит, Атас, да? Ну-ка, сейчас мы с тобой... А, ты такой, значит, да? Я тебе говорю, где маленькая девочка? Ой, бой, ой, бой. Я не знаю, что такое маленькая девочка. Я не видел никого. Вот маленькая девочка. Вот. Ну и к завершению. Многие со всех уголков земли спрашивают нас. Арике, боже мой, в чем же философский смысл вашего выступления? Некоторые в этом видят Конфуций, некоторые в этом видят Аристотеля. Лично мы в этом видим розовое фламинго. С вами была ИП Сахина Газизовича, город Караганда, страна Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан, дорогие друзья. Спасибо.